Работники системы здравоохранения получили сегодня награды за свой вклад во внедрение передовых форм и методов лечения, а также за самоотдачу в сложный период пандемии. Ордена и медали вручил глава государства. Орденами и медалями наградили сотрудников системы здравоохранения всей страны. Среди них и министр Виарика Думбровяну, работу которой в период пандемии неоднократно оценило руководство республики. Орденул де оноаре урматорилор. Думбровяну Виарика, министру санатеции, мунчии и протекции социали. Бирка Людмила, директор оспиталу и клиник муничпал, де боль контагиуасе де копии. Бобеску Силвия, медик госпиталу районал Калараш. Президент Игорь Дадон поблагодарил сотрудников системы здравоохранения за их борьбу с пандемией и за кропотливую работу по спасению людей. Пермитецим астез денумиле тутурор читаценлор Республики Молдова с вадук синчери мулцумир пентру активитатя дубневастра атыт пе паркурсул маймултор ан, кыт ши ин спечал на чест ан дифичил пентру Республика Молдова. Cu toți împreună ați reușit să faceți față acestei pandemii. Eu vreau sincer să vă spun că toți cetățenii Republicii Moldova apreciază activitatea dumneavoastră și curajul de care ați dat și dați dovadă în continuare. Глава государства отметил, что нынешнее руководство прилагает все усилия для того, чтобы работники системы здравоохранения были оценены на должном уровне. Игорь Дадон напомнил о своей инициативе по удвоению заработной платы, первый этап которой уже реализуется с 1 сентября. Я думаю, что очень многие на этой акции сунут интерзиати. И требуется о рекунаштим к тоци, к курегрет по паркурсу ла 29 дня де индепенденца, на diferite etape s-a acordat ceva atenție, dar o abordare sistemică, complexă față de acest sector nu a fost. Напомним, 2020 был объявлен годом медработника. В связи с этим госнаграды получили более 400 сотрудников системы здравоохранения.